в эту проблему до сегодняшнего момента никто глобально не вникал. То есть есть некие ответы, вроде как бы опасное место для проживания, но людей здесь, соответственно, как бы спасать никто не собирается. Люди тоже находятся в растерянности, то ли им ремонтировать свои дома, то ли им делать ремонт, то ли им готовиться к расселению. К сожалению, вот на сегодняшний момент четкого ответа нет. Те деньги, которые были потрачены несколько лет назад, вот то, что исходит из ответов, это в районе 240 миллионов. Непонятно, куда они были потрачены, документации нет, проблема не решена. Вы прекрасно видите, что берег продолжает рушиться и приближается к дороге.